На время летних каникул для школьников в Самарской области создано более 12 тысяч рабочих мест. При том, что желающих провести лето на работе с каждым годом все больше. Промоутер, почтальон, садовник, расклейщик объявлений. Кроме традиционно востребованных профессий, молодежь активно участвует и в социально значимых проектах, таких как помощь ветеранам, поисковые отряды. Заработать можно от 5500 рублей в месяц, это минимальный размер оплаты труда в России, и более. Плюс 850 рублей доплачивают центры занятости. В этом году на материальную поддержку трудоустройства молодежи выделили 10,5 миллионов рублей. Есть возможность устроиться на ведущие предприятия. И все в полном соответствии с трудовым законодательством. В обязательном порядке по нашим договорам, да, заключается срочный трудовой договор между работодателем и подростком. Да. То есть, вот, да, в свое время это вызывало определенные нарекания различные, ну, в смысле работодателей. Вот, но, тем не менее, эта норма у нас внесена в закон о занятости, и мы, в общем-то, жестко придерживаемся.